Это хип-хап одинокой старухи, и мы читаем твиты вместе с Rhymes TV. Костенька Хос разбивает мне сердце. Он так изменился, такой старый, я не могу, очень больно. Собака Сюнля. Иди нахуй. Вот ты когда состаришься, и тебе скажут, что ты состарилась, будет обидно. Вот не обидно. Вот не надо. Вот уж не думал, что у меня в аудиозаписях окажется хост на трек 7 секунд безостановочно 10 из 10. Красавчик. Ты слушаешь мои любимые мои треки. То есть у меня есть нелюбимые мои треки. Например. Неважно. А есть эти, и они любимые. Ты молодец. Хост топ, как всегда, херня держит уровень, дерьмо охуенное. Это типа странно. То есть, блядь, надеюсь, ты не врач. То есть, если бы ты была врачом, было бы пиздец. Приходит тебе и такой, доктор, что со мной? Ну, хуй знает, вам, походу, пиздец, в принципе, здоровы. Смотрел сейчас новый Versus, Хост вернулся в строй. Правда, выглядит он как бомж, но все же в строю. Повтори мне это в лицо. Пес, я выгляжу так, как я хочу выглядеть. Хос выглядит так, будто за последнее время ушел в отшельники и обучает юных рэперов встать на путь истинный. Я одеваю пледы. Чем больше на тебе пледов, тем теплее. Кресты ебаные. Я люблю тепло. Я живу в Питере, тут холодно. Надел на себя много пледов, тепло. И вот, вот где я теперь. Отхоз впечатления мерзкого типа, но последний альбом вкатил даже мне, очень далекому от рэпа человеку, ПС Марселин, топ-топ-топ. Чувак, молодец, красавчик, лучший, топ-топ-топ, топ-топ-топ. Я приду к тебе домой и обниму тебя перед сном. И вот хуй поймешь, Хоса потрепала жизнь или сделала только лучше. Знаешь, жизнь потрепала. Потрепала край моей залупы языком. Почему вместо грязных раундов гнойного и Хос я должен смотреть каких-то, блядь, сына проститутки и Максима, блядь, паровоза? Ну так один из них сам съебался. Второй из них красавчик. А ты, как бы, тебя никто не заставляет. Тебя никто не заставляет. Хочешь, вот, плед. Надень плед, чувак. Попробуй. Начни с одного. Начни с одного пледа, потом два. Потом раунды Максима паровоза посмотришь. По-моему, Хос превращается в Альфа и фотография Альфа. Ну, как бы, блядь, я даже не знаю, ну не то чтобы я ем кошек, но я не старею. Шучу про то, что бесплодная 24/7, спасибо, Костя Хос. А, тот же человек, который сказал, что я старый. Я не Соня, его зовут. Ну, типа, это смешно. Шутить про то, что ты бесплодный, это смешно. А потом такой сидишь, 100 рублей на презерватив, ты еще на таблетку, 15 на аборт. И типа уже не смешно. Но все нормально, если просто кончать в пледик. Спасибо ребятам за отличные твиты. Спасибо всем, кто слушает мой новый альбом. Спасибо всем, кто слушает мой старый альбом. Спасибо всем, кто давал мне пледики и шарфики. Спасибо всем, кто помог мне дорасти до 189 сантиметров. С вами был хип-хоп одинокой старухи, Rhymes TV, мы читаем твиты, а вы их пишете. Молодцы.